Международная сеть лабораторно-диагностических центров «Инвитро» отмечает юбилей. Очередной офис в столице Чувашии, открывшийся сегодня, стал 1500-м по счету для большого коллектива компании. Высокоточная лабораторная диагностика, международный уровень качества, исключительный сервис и технологичные инновационные решения – вот что лежит в основе работы «Инвитро». Это одна из крупнейших в России и Восточной Европе сетей. Ее офисы работают более чем в 580 городах России и за ее пределами. В Чувашии это уже 7-й офис. Наша компания располагает 8 лабораторными комплексами, 5 из которых находятся в Российской Федерации. Ежегодно тестирование в нашей компании проходит более 76 миллионов человек. Из них десятки тысяч пациентов ежемесячно проходят исследования на территории города Чебоксары. И это стало возможно благодаря доверию наших пациентов. А доверие пациентов можно завоевывать только тогда, когда ты приносишь для них реальную помощь. В этом мы считаем залог качества работы нашей компании и ее успеха. Все медицинские центры «Инвитро» расположены в особо многолюдных кварталах, чтобы потенциальным клиентам было удобно. С течением времени стало понятно, что пациенты нуждаются не только в точной и быстрой диагностике, но и в консультациях докторов узкого профиля. И мы стараемся удовлетворить потребности наших пациентов и предоставить им максимальный спектр исследований. Базовой услугой у нас является прием акушера-гинеколога, и мы стараемся дополнить эти консультативные приемы и приемами других узких специалистов. Это невролог, терапевт, гастроэнтеролог и эндокринолог. Специалисты «Инвитро» одни из первых, кто быстро отреагировал на возникшую угрозу коронавируса. Уже больше месяца в центрах компании проводят тестирование на антитела к этой опасной инфекции. И с этого времени мы провели уже порядка 2000 тестов. Мы можем наблюдать, что выявляемость положительных результатов, положительных антител к коронавирусу составляет порядка 15%. Мы готовы принимать наших пациентов, мы готовы принимать их безопасно, мы соблюдаем все условия безопасности, и мы также готовы проводить это исследование дома у пациентов при выезде на дом. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика.